В Кокшетау состоялось заседание Совета по этике областного департамента по делам государственной службы. По итогам было отменено 19 неправомерных изданных актов государственных органов. Подробнее в материале Алины Зарубиной. На заседании были рассмотрены итоги проведенных департаментом анализов, также заслуженные отчеты уполномоченных по этике. Они рассмотрели деятельность государственных органов и выявили случаи, когда служебные автомобили использовались в личных целях. Согласно данным из единого реестра административных производств, был выявлен 201 случай, когда сотрудники управляли служебными машинами и нарушали правила дорожного движения. В результате этих нарушений был нанесен ущерб на общую сумму 160 502 тенге. Мы по данному факту изучили весь анализ, то, что вы нам предоставили. Там помимо нашего этих двух Харкольского и Литовского района был еще Ашанлийский, то есть департамент. По этим двум районам, к сожалению, факты подтвердились. Здесь можно сказать немаловажным фактом по Ринтанскому Кольскому району, что у них нет своего собственного гаража, и машина хранилась у водителя, хотя он длительное время работает уже в нашей структуре. Но, тем не менее, допустил факт использования, как он объяснил, объяснительный водитель выезжал в Астану, вывозил родственников в границу. За данное нарушение руководитель управления была привлечена к дисциплинарной за отсутствие контроля и сам водитель. Кроме того, были заслужены отчеты председателей дисциплинарных комиссий акиматов Жаркаинского и Целиноградского районов. В районных администрациях были факты нарушения процедур привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности. За второй квартал 2024 года было проведено одно служебное расследование и два заседания единой дисциплинарной комиссии. В настоящее время говорить о полном и повсеместном соблюдении норм дисциплины преждевременно. Этому свидетельствует допущенный государственным служащим отдела строительства, архитектуры и градостроительства руководителем данного отдела дисциплинарный проступок. По данному факту 16 мая 2024 года проведено служебное расследование, передано дело на рассмотрение дисциплинарной комиссии. 21 мая 2024 года проведена дисциплинарная комиссия, вынесено решение в отношении руководителя отдела о наложении дисциплинарного взыскания в виде строгий выговор. К дисциплинарной ответственности привлечено 11 лиц, из которых за использование служебного автотранспорта в личных целях 8. За отсутствие должного контроля привлечено 2 руководителя государственных органов, 2 за иные нарушения. По результатам рассмотрения Советом по этике вынесены соответствующие рекомендации и решения, которые уже отправили в государственные органы. Алина Зарубина, Жирсун Умерзак, Кокшетау.